Люберецкая гимназия номер 41 стала победителем областного конкурса видеороликов «Лес Победы». За лучшую работу о патриотической акции школьники награждены трехдневной поездкой в Волгоград. Тема патриотизма и уважения к подвигу дедов и прадедов чувствуется в каждом уголке 41-й гимназии, которая носит имя дважды героя Советского Союза Павла Кутахова. Дружный коллектив и воспитанники учебного заведения с любовью принимают участие во всех мероприятиях, связанных с памятью о событиях Великой Отечественной войны. И на этот раз в рамках традиционной акции «Лес Победы» они сняли видеоролик для Московского областного конкурса. Дорогой прадедушка, спасибо тебе за то, что я сейчас живу в благополучном мире, за мирное небо над моей головой, за то, что я могу спокойно спать, не слыша громких выстрелов, за мир, за радость и покой. Голоса за кадром принадлежат детям, которые написали письма вымышленному герою, воину-освободителю. К оформлению своих посланий они также подошли творчески. Мы складывали их по обычаям тех времен в треугольнике и представляли, будто их кто-то прочитает. Весь наш класс писал трогательно, очень трогательно, и своим прадедушкам. Старания ребят оценили по достоинству. Видеоролик признали лучшим в Московской области, и воспитанники гимназии вошли в тройку победителей. Но, как говорят сами дети, далеко не это было их главной целью. На самом деле, не только из-за первого места мы хотим вот так как-то прославиться, мы просто хотим передать свою благодарность тем солдатам, которые отстаивали нашу родину. В акции «Лес Победы» 41-я гимназия принимает участие каждый год. На этот раз было принято решение посадить аллею памяти также и на территории самого учебного заведения. Каждый класс присоединился к этой акции. Они купили деревья. И на день гимназии, который у нас состоится 23 мая, мы продолжим аллею памяти. То есть каждый класс сможет увековечить память своего героя. И когда дети подрастут к 11 классу, они будут видеть, что вместе с ними растут их деревья. 25 мая школьники-победители отправятся на 3 дня в город-герой Волгоград. Там они посетят знаменитый Мамаев курган и совершат экскурсию по памятным местам. Луиза Егязарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.